25 лет назад родился университет, очень непривычный, очень необычный. Без гуманитарного образования и знания нет государства. Поэтому еще раз с юбилеем вас, дорогие мои. Я от всей души поздравляю с этим юбилеем. Я хочу, чтобы ничего не менялось в смысле организации, потому что здесь есть то, чего нет нигде. Есть абсолютно индивидуальный подход к каждому студенту. Тебя ценят как человека, тебя обучают как студента, тебя уважают как личность. И такое ощущение, что, собственно, весь факультет не только знает друг друга, но он и заботится друг о друге. Я желаю, чтобы когда-нибудь этот великолепный университет вот так же, а может быть, еще веселее праздновал бы столетие. Поэтому желаю вам успехов во всем, во всех начинаниях. Успехов желаю решить те вопросы, которые не решены. Чтобы мы все наши планы реализовали и добились выдающихся успехов и попали не то что в 5-100, а попали в первую, в 5-10 лучших университетов мира. Что такое Гауган? Вы знаете, это дом, в котором живет большая дружная семья. И главное в этом семье – дети. Гордитесь тем, что вы представители гуманитарных наук. Я как айтишник говорю, что вот без гуманитариев мы вообще, в принципе, ну, практически, наша ценность, она нивелируется. 25 лет – отличный возраст. И мне хочется надеяться, что в ближайшее время, я надеюсь, что я увижу в нашей аудитории, на своих лекциях, уже второе поколение гаугновцев, детей наших первых выпускников. Я уверен, что диплом выпускника Гауган станет знаком качества науки и образования. Но для этого всем нам надо еще поработать. С юбилеем. Сюда поступал я, не зная, что будет дальше. И теперь, побольше понимая, скажу без фальши академикам нашим и любимым докторам. От всей души спасибо вам. Теперь я искренне сказать могу, что я ученым быть хочу. Ведь даже не лучший, а космический. Наш государственный академический университет гуманитарных наук. Семья Гауган. Поздравляю всех с этим знаменательным праздником. Я желаю, чтобы дружная большая семья только процветала, расширялась. Большое с юбилеем, и дай бог еще столько же. Я думаю, что наши люди будут не только умными, не только счастливыми, но еще и богатыми. Получайте удовольствие от каждого мгновения вашей жизни. Живите настоящим, наслаждайтесь. Ну и не забывайте строить планы на будущее. Спасибо!